you. Fuck the warden, right? And I know exactly how to fuck him. We're going to burn his house down. Anderson, is it done? Yeah, we have scout control. What do you mean you're going to burn this place? What's the plan, you know? I mean, you said there was a plan. We talked about this, Anderson. You're going to do exactly what I tell you to do, right? Regretting pulling out your control chip. Update the stack. Update the fucking stack. Get to work, prisoners. Watch out! I can go from anywhere! Да, я посмотрел сейчас концовку, да, без этого Данечки там получилось у нас. Я, кстати, вот подумал, что вот если вот когда вот мы проходим, пути потом еще запенивать всю эту хуйню, там где-то танк стоит, и вот двери, которые нам потом нахуй не нужны, то у нас будет гораздо больше времени, например, включить. Прежде чем Где терминал этот торчи находится, который на команду водит? Ну, какой зал? А сейчас дойдем, мы не дошли. 59-й. 59А. 69. Вот это комната, блядь, только с обратной стороны. Да, 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 да. Вот там мы были, блядь. Вообще охуенно, блядь. Вообще охуенно. Thermal deviation detected in primary quadrant reactor core. Who has the power now? Who has the keys to the cage? Sleep while you can, prisoners. Busy day tomorrow. Там вот две сифонки. Да, пенить надо. То вот эту. Все? Погнали. 9% тратится.
Нормально. Не тратьте пену. Пиздец, как еще пригодится, блядь. Ну, пусть они две двери долбят. А че, слышишь, что у скаута 660 хп получается? 161. Какого скаута? У которого вот этот? У волосатого, да. А у чарджера волосатого 37 хп. А это откуда ты взял? Это не кинули типа уже. Просто на вики я смотрел, то так не нашел. У криты там не написано про криты? Криты, не знаю. Открывай топку, забираем рейси тут. Сто шестьдесят. Да, мы забрали уже, да? Да, мы взял. Мед, а раз. С. С. Это все у меня, я тут развлекаюсь. Ну, кто-то мне помешал развлекаться. Мед. Че ломает? Отойду. Мед. Заберите мед, съебуем отсюда. Почему я не могу себе не мусорить? Чё? Натика, ещё я выкину вам. Я подберу. Да, пойдём. Уебен забит там. Аду. Силу. Это типа не надо вставать? Нет. Блять. А, это обучающий жулик. You have been selected as incentives for Dr. Hammerstein's creature activity study. Please proceed. No. We need to deal with this together. Three, two, one. Follow me. Thank you. Security doors require a bioscan. A successful bioscan does not require a living incentive. However, you may pull the lever to proceed. Заряжайте. The incentive has opened the door. Тут скаут.
Нахуй вы это сделали? Почему биотриггер не отметил? Я его не видел и не слышал вообще. Дверку подпенил, поставьте мину. My bad. Я отмечаю. Ой, блядь. Кто ты с таким звуком спит? Это этот танк, бессмертный Мортал. Чем спит? У него звук поменяли. Там надо локу вытащить, кстати говоря. Туда надо лезть, там терминал. Там мобов дохуя. Но там нельзя никого агрить вообще. Прям максимально аккуратно. Загришь, ну, будет жопа. Ну ты Мортал достаточно. Причем, насколько я знаю, там настолько плотно они, что бить тоже никого нельзя. Все равно загришь. Ну да, тут, блядь, 6 в одном сидят. Просто поползти и все. Но там никого нет, слышно, ну, искал. Тут мамаша сидит. Рогатая. Мне пена нужна. Да, я бегу. А вы не боитесь, что сейчас, если вы закроете, они у меня, блядь, появятся? Ловить наркомана. А что? Кто там будет? Там лог просто. Several hostile entities have been placed before the incentive. Ну пиздец. Впереди. Там танк. Мину. Что, нет пены, надо выходить. Куда? К мамаше? К мамаше, блин, что ли? Ладно. Здесь сидим, все. Проснулся. Еще патроны есть, разберем. На мне. Можно заходить. Ну так пойдет. Блять, копье так долго заряжается. Урон, конечно, в пузырь выше, чем у кувалда. Заряжается пиздец долго. Хантер, смотри, там прям мамаша будет сидеть. Около дверки справа. Блять, они нужную дверь сломали. А, не, не нужная. Достал лог там, Хантер, нет? Ну я прочитал, я надеюсь, он всем засчитает.
Да-да-да. Типа, если мы даже сдохнем, или просто сейчас завершить экспедицию? Не, надо завершить. По идее, надо завершить. Не знаю, насчет сдохнуть. Если завершим, всем засчитают. Я тебе сказал там, блядь. Идём, разбираем. Я начал дверь закрывать, я стоял посередине двери. И меня дверь сдвинула, и там она уже была красная. Может, как-то все проползло. Пойдём, надо кушать её всё равно теперь. Это ГГ. Да нет, нормально ещё. У меня патронов нет. У меня есть. У Алды. Пуля делать. Это какая мамаша? То не видно. Я стреливаю эту дуку. Да ты охуй! Она там вообще в стену ушла. Ты чё, блядь? Вот это моё проклятое место, блядь. Вот тогда дверь какую-то там может быть. Не-не, стоит, надо отходить. Ты попадаешь там. Все, готово. Обосралась под конец. Че, блядь? Дубль 2, блядь. Да чё, блядь, за приключения, нахуй, такие? Mortal Speed, блядь, мамаша необычная. А, здесь ещё одна Сиджи мамка, ну такое уже обычное. Надо уйти, уйти, чтобы я не увидел. Ну, не знаю, чё. Всё, пушим. Сама вышла. Кстати, я контуру по ногам пострелял только, что ли. Не, ебём, всё убили. Так, тут вообще не ресурсов, тут ничего нет, ни голоспиков, да? Там два мапака у синего. Да, кстати, у меня же два мапака, кому надо? Мне, в принципе, наверное, хватит патронов. Где казак? Пеньте вот эту шляпу, блять. У меня конечно. Поменьше, я в себя вливаю тогда. Надо еще пену ставить на скаутов на четверых. А, кстати, да. Диминишит, аляр, мало. Не, не алло. Диминишит. Пониженная. Пень. Ну, оставь 12 пены по 4 шарика там, по 3 шарика на скаута. Я по 3 не смогу выплевывать, у меня стоит 150% пена. Я один плевок делаю, у меня все будет. Ну и нормально, нам хватит, тем более тогда хватит на все. Давай, пень. Хоть по 8% отнимать. Ну, серьезно, блядь. Это фул заряд. Там 5 шаров уходит. За фул заряд 5 шаров уходит. Ну у меня и нормально. К тому же еще это ускорение. Сколько у тебя шаров сейчас на пене? 50 на пене сейчас. 50%, ну, 50%, а шаров сколько? Ну ты когда пену... 30. Ну все, 6 раз использовать, ну, можешь на ползаряде. Один раз еще под пень и все. Потому что мы охуеем. Все, ладно. Сейчас 25 шаров, правильно? Ну да, значит по 5. Ну, сейчас еще пока не А, это танк. Что это? Нет, это... Это котлета. Он милишка не бьет, можете спокойно рядом стоять с ним. А, да? Демо, что он в спину проходит. Нихера он меня бьет. Ага. Ну как? Ну нам не, ну, у нас не бьет, все равно. Блять, друзьям в школе расскажут. Ну он какой-то медленный. Долго да, подправляет. Он как-то бьет очень медленно. Ну да, кстати. И что же? А где еще два? Ушли. О, отлично. А, вон они.
Это обычный или это червяки? Нет. Черножопые? Ну, типа, если нет, бы. Ну, червяки, червяки. У которых 160 хп. Touch those peelers. We don't need to draw attention to ourselves. Вот. Да. По шарам только бей. Себе. Убили, фу. Так, один на последней кис... секунде убили его. Пойдем левого ловить. Это я вообще хитмаркера типа видел, но... Кусы. Это еле видно было. Давай, как? Не-не-не-не, хуйня. Нормально, те два застыли, сейчас этот соберется и пень тогда. Блять, справа, справа, задел. Задел. Эй, стреляй уже. А смысл? Нет, нет, я, мне кажется, лучше сначала зачистить. Сначала зачистить надо, конечно, конечно. Но сейчас скауты она дамажит так, что мы охереем. Надо их убить. Там фулл стим. Мы успеем, у меня скорость скана. А вы уже пришли, понял. Давайте, давайте. А, все, я упал. Понял, блять. Тогда дефайте. Пухим все равно нужно. А дефайте, потом просто пробежите вперед и все. Ну только такая стратегия. У меня скорость скана нет больше. Этот, блять, в кулдауне. Мальчик, иди в жопу. Да, да. Ебать. Ты как живучая. Один процент. Блядь! У меня патронов нет. У меня еще есть, я постреляю. Да, пострелял, у меня постреляли, блядь. Блядь, скаут. Она может разъебать вас аккуратно. Сначала, мне кажется, лучше поднять всех. Да я просто что-то подошел из-за угла, мне такой, привет. На, блядь. Надо еще узнать, сколько он дамажит по хп. Он как эти в теле вроде, по 35, да? Или сколько там? Не знаю, но там что-то очень больно. Их хиты с автонаводкой. Если все шарики залетают, мне кажется, там процентов 50 сносится сразу. Установите стамину. А какой смысл был чистить скаута вообще? Если просто... А сейчас пойдет ерорка. Вам только бежать, бегите вперед там, за одним кем-нибудь. Кря-кря-кря. Здорово, так. Я не слышно так. Сейчас не слышно тоже. Да и сейчас не слышно. Кто-то лёг. Ну, бегите. Вот тот, один из такой. Ну да, нет, тут бежать не варик, кто-то они, блядь. Надо патроны оставлять. Не надо агрить, сука, все на свете, блядь. Да, агрить, все на свете, надо оставлять патроны, вот и все. О, блядь, чекпоинт. Слышно, сейчас слышно. Ну чё, Хантер, тебе опять это... к имморталам... развлекаться. Да не надо идти. Лог прочитали и всё, блядь. Тебя было слышно перед тем, как ты вышел. Но очень тихо. Сейчас не слышно.
Боулинг не слышу. Слышно. Чего? Сейчас слышно, а, тебе теперь было. Теперь слышал я. Да нет, я вижу, что он как бы что-то говорит, но я не слышал. Свисток забыл подключить к компу. Что, прошли D2? Да. Че, как вам D2? Заебись, только в начальной локации дерьма кусок. Началка, да. Прям, блядь. Максимально ублюдочная, сука. Насколько пустили туман по итогу? 7. На 7-й аларме делали? Да, на 7-й. На 9-ке не получилось? Нет. А надо будет попробовать, надо все равно. Ну, это реально. Не, надо добить. Густер, хуль ты там делаешь, блядь? Не, зону зачищал. Там же рез, разве нет? Медик 4 не взяли. Ну, если да что, нахуй он нужен, зона, блядь. Зона чистая, можете идти спокойно забирать. Нахуй медик, блядь, если патронов нет, не будет, блядь. Вы на А2 полетели? Ну да. Арчи, а ты-то здесь? Я здесь. Угу. Я похавал, а там эссен закончится, можно как бы начинать. Я гула. Оп, так, да. Там Изра доигрывает еще. А? Изра доигрывает еще. А. Welcome. You have been selected as incentives for Dr. Hammerstein's creature activity study. Please proceed. Чего вчера Ливинсел задушил? Я, блять, животное, сука. Да я это чувак на самом деле, я угораю. Я просто чувствую вот это напряжение в воздухе, блять, от тебя. А жопа сгорела, я уже, блять, поздно. Ну Сикс не серьезно, он шутит, блять. Они прям на входе стоят, если что. У меня, если что, булава, я не знаю, сколько я буду ему урона наносить. Хорош. Да ну что вы, блядь! Хорош. Стреляйте, чё уже. Кто это сделал? Я на дверь пойду запеню сзади. Тут дело не в фонаре, просто кое-кто с копьем двигался в тот момент, когда он тут дергался. Я не успел увидеть, кто там с копьем у нас ходит. Ну, можно это сдохнуть, трекер... пожалуйста, да. Трекер у вас а, они спереди пришли, ебаный рот. Я скаута убил. Что развлекайся. Тебе туралды, и как вам только что прописали чудовище, ты образцатый. It's okay, I got you. А за что мне? Я пойду все-таки на Талога прогуляюсь, на всякий случай. Мне что-то кажется, что нихера это не сработает. Туда не надо идти вообще. Ну я знаю, но вам-то логи нужны, вы же по-честному, блядь, их будете выбирать. Ну да. Я уже, блядь, потратил топ 300 и так далее. А мы разве тебе лог не доставали? Или ты без... Нет, вы же без меня эту миссию проходили. А. У меня на паяна не закрыта. Ну, в смысле, на мейн закрыта, да. Ну я понял, понял, да. Лог Мельтер есть у кого? Да? Нет, у меня нет. Где тварь? Вон она, тварь, на том же месте. Пусть вот этот
мохнатое чудище уйдет. Угу. Нахуй он тут не нужен. Я каждый раз, когда открываю ачивки, почему-то нахожу какую-то все время новую ачивку для себя, которую я до этого не видел. И я не так понял одну ачивку. Нашел? Сейчас. Скажу. Стоп. Убейте матку, при этом не получите урон от мелких гнусов. В смысле? Да, это была. Да это вчера мы, по-моему, с тобой как раз получили. Это вот мы здесь на 2 когда ковыряли. Не-не, но есть, что ее запенить. Чтоб а есть... она не родила, да. А тут еще не получи урон. Ну я вчера, блядь, мамку убил, она не родила, нахуй. А почему мне ачивку тогда от меня не дали? Они багованные. Да. Ну да. Типа, ты, она рожает, ты ее убиваешь, и кто-то молодежь это убивает. Как-то. Да, да, да. Наверное, как-то такое, типа, да, условие срабатывания, не понял. Дай угадаю, за дверкой сейчас, блядь, Invictable стоит. А можно разбирать. Ну, прячься. Как я дам, так вам отойду. Пиздец. Да ебучий караул. За кем он молвится? За тобой или за мной? Кажется, за мной, да, за мной. Да иди нахуй. Да иди нахуй, блядь. Блин, иди нахуй. Бебра. Хантер, как это лок вытащишь, не забывай про мамку. У него жопа только осталась. Да, блядь, как заебал. Мы D2, кстати, не руинились на концовке. Нормально, если прошли? Да, там с первого раза прошли. Заебись. Послушали, кстати, диалог Шефера с Шефером? Да. А вы когда слушали, нажали кнопку? Да. Короче, там прикол мы вчера выяснили еще. Там, оказывается, можно дослушать их диалог и нажать кнопку, и тогда просто один Шефер говорит, типа, о, пиздец, там, да, там, закричит то, что его топят. Вот. А можно не дослушивать диалог и нажать эту команду, получается, и она начинает топить двух Шеферов, и они начинают вдвоем кричать, и Хейкет такой говорит, одним выстрелом двух зайцев, короче, прикинь. Там вариативность даже есть диалога, показывается, когда ты команду нажимаешь. Команда силен... Please open the door to complete your contribution. Вот сейчас теория, это вообще... Да, да, я видел. Если мы сейчас уработаем. Работать, сука. Блядь, иди сюда. На нахуй. Здравствуйте. Да остановись же, блядь. Все. Куда идти? Теории, вы сейчас получили эту ачивку. Ну, надо еще выйти. Ну, не обязательно, просто в лобби отправиться. Да, ну поехали. Чего? Нахуй уровень, да? Они похуй или нафиг? Давай я запеню, у меня 6 шариков есть, ты свою посейви. А, или у меня 6 шариков на дверь не хватит, ну, все равно. Не хватит. Да, да. Есть медик мне, типа... Нахуй тебе медик, блять. Ну, чтоб по бырику скан пройти, ну да ладно, поебать.
Ноген был. Топенить будет. Три. Три. Четыре. Ну готов к безудержному выстрелу. Атлета. Нет, он все-таки в милишке дерется. Спину. Ебашь по ногам, блядь. Голова глаза ему не оформит. На, въебал. Не бьется. Не бьется, да. Проверено. Ну, в прошлый раз просто выстрелы со скатера завалили. Поэтому было непонятно. Так, а что с этими красавчиками это делать? Не то, ебать, что в прошлый раз точно. Это не двигается вообще. Типа как Виталик. Ну, пониматься, да, блин. Вспомните вальсы, блядь, как Виталик выглядел. Левого можем забрать, пошли. Нам? Что, Бен, подъехал уже? Я ж подошел. Кого? По прыщам бейте. Убили. Следующий. Готов. И последний. Вот тебе тренировка убийства скаутов. Ну. Тренировки окупились. Блять, ёп. Ну нахуй вы подходите раньше времени, когда кто расспросит? Видите же, что не разлетелись кое-как, блядь. Похуй, my bad. Ты заебался своей кроватью уже, блядь. Дин обосрался, блядь, второй раз обосрался. Мой первый обсер. Хорошо. Можно не падать, пожалуйста. Ну и как мы с 20 хп сейчас пойдем? Там уже только добежать надо, ребят. Ну не, надо стрелять, отстреливать волны, да? Да, просто, ну, стрелять. Просто пробежать не получается, да, тут такое. Сейчас главное, чтобы трекер трекал. И мина пенилась, и пена пенилась. И пиво пенилось. И чечевица, блядь. Они у нас тогда сзади заспавнились, поэтому спокойно добежали, да, Арч? Да. Надо было на изону выйти вот это вот. Ну да. Нет, ты сейчас получишь. Патронов нет. Блять, от кого? Ну сука, от кого я ж. О, сзади. Нет? Блять. Я подниму. А мне все равно, блять, патронов нет. Подождем. Если спереди еще, да, пройдите, вот пропушите, да, в ту комнату. Потихонечку, ага. Про мать не забывайте. Она в другой зоне. Ой, блядь. Да мать. Все, сейчас с жопы это должны, по идее. Да, вроде бы да.
Да, сзади, сзади, дверь закрывай. Не туда. Хуклер, не туда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Там мать Хантер. Первая мина. Сейчас колобки будут. Ёжики, бля. Собаки вот эти вот, бля. Половина собаки. Прям тут заспавнились быстрее. Что за залупа, бля? Поставите ему жалу, пожалуйста. Кто за мной бежит, по-моему? Нет никого. Никого нет. Все, теперь обратно. Ну. Ну как обратно? О, ёжики. Лежи. Да, это жесткий тип. Тика надо поднять срочно. Тебе нужно выжить любой ценой. Ага. 5 минут подержаться. Бля, пиздец, все заново нам. Хантер, ну я же рофлю, ёб твою мать. Экспедисион комплетит. Почему мы дохнем без клеи? Ты закрыл. Ты миссию закрыл, все. Я понял.